Бляха-муха. Что такое? Выпало. Привет. Привет, 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 привет. Ты что, чай захотела? Привет, привет. А мы сейчас с Соней собираемся. Сегодня поедем встречаться с девочками. А, поедем в кальянную. Да, у Сони свои длинные волосы. Привет, привет, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Парню не нравится помада на губах, а мне нравится, что делать. Не знаю. Это очень глупый вопрос. Спасибо большое. Нет, я в прямую зашла 5 секунд назад. Конкурс следующий будет 3 февраля. Привет. Как твой пуш? Что это обозначает? А, Соня? Сахалин, привет. Брови жестко разные. Нет, брови жестко одинаковые. А даже если разные, это мои брови. И я могу вообще одну накрасить, а другую нет. Привет, потому что у меня в Новосибирске очень много дел, поэтому мне некогда выходить в прямой эфир, а здесь я отдыхаю, здесь у меня просто огромное количество свободного времени, могу себе позволить. Разыгрывать что буду? Ну, как обычно, айфон, косметику, и еще и плюс денежные подарки будут. Но это будет 3 февраля только. Настроение у меня отличное, потому что на улице солнце, и вот, единственное, что меня бесит сейчас, это то, что послезавтра уезжать, а завтра нужно собирать чемоданы, и вообще прямо я ненавижу Новосибирск, я не хочу туда возвращаться, вот, но то чувство, что надо, оно меня раздражает. Нет, я никогда не колола никакие ботоксы, единственное, что я делала, это губы. По твоим видео скучаю. Сейчас Соня докрасится, мы записываем один видос, и сегодня выйдет новый видос. Куда с кем отдыхать полетишь? Я полечу с Соней домой. Потом в Новосибирске я побуду недели 2-3, поделаю все свои дела и свалю оттуда к херам. Нет, я переезжать в Москву также не собираюсь, потому что... Опять же, повторюсь, я в Москву езжу просто как на отдых, а если я здесь буду жить, то я не буду чувствовать этого отдыха. Спасибо большое, Соня красится, как накрасится, так и покажу. Привет, ура, новое видео. Приезжай на Алтай. Нет, спасибо, меня Алтай не возбуждает. Одесса, привет. Волосы я расчесываю по мере поступления. Короче, когда запутается, тогда я расчесываю. Айка столько. Это я сама себе сделала эту аватарку, потому что пока дождешься, 10 лет пройдет, а мне надо здесь и сейчас. Владивосток, привет. Петербург, привет. Каким херам ты свалишь? К большим. Я курю Айкос. В Москве мы будем еще завтра, а послезавтра утром уже улетаем. Спасибо большое, Харьков. Привет, всем большой привет. Телефон, с которого я веду прямой эфир, XS Max. Аватарку я... Мне кто-то давным-давно нарисовал, вот, и я сделала рамки себе... Оформила сегодня себе шапку. Ну вот, красиво же. Как панда. Нет. Псков, привет. Нет, я не замужем и не тороплюсь туда. Астрахань, привет. В
что всегда в номере. Мы всегда ведем прямой эфир с номера. А так сейчас мы уже через час уедем гулять. Астрахань, привет. Я крашусь минут 30. Да, я знаю, что мы без макияжа очень симпатичные девчонки, но макияж это... Он подчеркивает нашу естественную красоту. Спасибо большое. Как быть такой худенькой? Наверное, меньше жрать? Нет. Это генетика. Спасибо, спасибо большое. Настя, а где мужчина, с которым ты встречалась? С каким мужчиной я встречалась? У меня был муж, мы разошлись. Какие еще вопросы по поводу мужчин? Караганда, привет. У меня есть твои фотографии из облака. Мы сегодня в облако идем. На море собираетесь, Соня? Нет. Мы... Соня будет учиться, а вот я когда собираюсь, я пока не знаю. Там вообще получается, мы с тобой прилетаем... прилетаем 14-го, да? Потом конец января, и вот в феврале уже... Привет, привет. Почему у тебя 921 тысяча, а на эфире 1 тысяча? Ну, это дофига и много. У людей с 2 миллионами сидит 500 человек, поэтому я считаю, что это нормально. Нет, я питаюсь неправильно. Сейчас мы приедем в Новосибирск, идем с Соней в спортзал. У нас будет свой личный диетолог и тренер, и мы будем правильно питаться. А, привет, жду твою прямую трансляцию, ты супер. Спасибо большое. Ничего себе генетика. Я не грустная, я не грустная. Я не знаю, почему у меня такое состояние. Якутск, привет. Да, с Кучекенцепом мы друзья, это наш самый лучший друг в Москве. Я уверена, что мы с ним продружим всю жизнь. Погода замечательная. Сегодня второй раз за весь наш отдых влезло солнце. Вот, думаю, еще минут 15 продержится. А как же пиплс? Какой пиплс? Красивучая обезьянка, ты никогда не повзрослеешь. Откуда в тебе столько энергии? Да вот, блядь, не знаю откуда. Купить или пошить платье, что выберешь? А я на свадьбе себе шила платье. Но лучше бы купила. Лучше картохи и мивины. Ничего нету. Я не знаю, что такое мивины. Блин, народ, вы чё задаете одни и те же вопросы, красотка? Мне 24. Тамонечка явно очень скучает. Я тоже очень скучаю по своей собаке. Я хочу на Мальдивы на недельку. Кто-то написал. Здорово, здорово. На Мальдивы я бы, может быть, тоже хотела. Вот, но я буду со своим мужчиной летать по Мальдивам. Одной мне там будет очень грустно. Спасибо большое, спасибо. Сшить дорого обходится, согласись. Нет, у меня свадебное платье 1050 стоило. И это недорого. Покупные платья, которые мне нравятся, такие же, как я на пошив делала, они сотку стоят. Поэтому сшить, наоборот, дешевле. А, спасибо. Да, с мужем я общаюсь, вот сегодня общались, переписывались. На Мальдивах очень красиво. Да, я не сомневаюсь. А я хотела губы уменьшить, но я передумала, потому что меня устраивают свои губы, я бы еще в 10 раз больше их накачала. Но Соня говорит, эй, Настя, не надо. А я такая, ну ладно, прислушалась к ее мнению. Да, свадебные фотографии у меня есть, они у меня в профиле, можно листануть ниже, вы там увидите. Я не мой муж, я не удаляю фотографии со свадьбы, это моя история, поэтому они у меня в профиле остались и останутся всегда, даже если я выйду второй, третий, десятый раз замуж, у меня все равно фотографии с первым мужем будут, так что можете посмотреть. Я не знаю, за сколько я покупала Айкос, это был подарок. Нет, я не ревную мужа никаким девушкам. Я просто про себя знаю, что ни одна женщина никогда в жизни меня не заменит. Никто мне не конкурент и не соперница.
Новые девушки после меня — это всего лишь те девушки, которые, как бы, такие, знаете, заменители. Вот есть сахар, а есть стрёмный сахарозаменитель. Вот поэтому я настолько в себе уверена, что я знаю, что лучше меня мужчина никто не сможет сделать. Такая должна быть самооценка. Половина людей, наверное, профиль пошли листать, скорее всего. Как делаешь такой хвост? Да никак, просто заплела вот здесь, и так чик-чик-чик, вытащила, лаком зафиксировала, и что-то там получилось. Настюшка, сними уже видео о том, что ты не замужем и что в разводе, а то задолбали с ними теми же тупыми вопросами. Да я как бы и посты пишу об этом и все остальное, но видишь, не все знают. Спасибо большое, мне бы такую самооценку. Мне кажется, тебе очень хорошо с коричневым цветом волос, прям живая на фотках. Да, еще лучше, если я буду блондинкой и превращусь в серую мышь, это будет еще лучше. Я сама по себе черная, я буду стервозная, меня должны все бояться, а когда я превращаюсь вот в эту русоволосую нежную девушку, я такая же, как все, поэтому это не мой цвет. Спасибо большое, спасибо. Но это я не к тому, что русый цвет волос — это стрёмный цвет волос, нет. Многие женщины стервы с русым волосом и с белым волосом, но если на меня наложить белый волос, это получится просто пиздец какой-то. Я просто буду, ну, абсолютно обычная, ничем не выделяющаяся персона. Но очень дофига у кого-то светлые тона, и они просто выглядят очень охуенно, очень стервозно. Но потому что им подходит под их типаж, под их лицо. А я сама по себе черная, я буду черной и больше никогда не изменю себя. А домой мы поедем послезавтра. Какие специальности по-твоему хорошо зарабатывают? Хорошо зарабатывают те, кто зарабатывают, не работая на государство. Вот. Это все, что я хотела сказать. Реснички супер, и губы к тебе, к лицу. Спасибо большое. Нет, я не была никогда в Чувашии. Ноготки вот такие у меня. Очень тоже красивые. В Москве это считается колхозный маникюр. Вот, но, по-моему, везде, в других городах это считается нормально. База от NYX мне... Это что, перед макияжем намазывать, да? Угу. Мне вообще база не нравится. То есть я... Они, возможно, защищают как-то, но какого-то там особого толка я не особо вижу. Ты прекрасная, спору нет, спасибо большое. В Питер. Мы вчера смотрели «Орел и Решка» про Питер. Нам очень понравился этот город. Думаю, однажды мы там побудем. Губы сдуваются круто. Если они сдуются, не дай бог, я их накачаю обязательно, потому что губы — это мое все. Без губ я не очень бы выглядела. А, ну не знаю, но мне один человек как-то раз сказал, что у меня колхозный маникюр, поэтому... Ну, типа, подружка моя. Привет, привет. Так, ты через сколько освободишься? Мне надо феном волосы высушить сейчас. Стали мокрые, я бы выпрямила, но не мокрые. Может, видос сначала запишем? Или с ты... мокрыми волосами, Настя, да. Этот человек тебе просто завидует. Подружка завистливая суть. Пусть Соня после тебя эфир запустит. У нас время 14:27. Давай посмотрим, если будет невозможно общаться, я выключу. Как тебе Дава? Давид очень... Давид классный парень, он мне нравится как блогер. Сильно громко, да? Да, я знаю, я уже привыкла. Привет, привет.
Норм. Я хочу, чтобы мы нормально, блин, пообщались. Громко, громко. Слышно. А давайте, знаете, как сделаем сейчас? Давайте вот здесь сушись, а я в ванную пойду. Вот здесь сушись. Придется минут 10 здесь побыть. Скажите, пожалуйста, а все ли слышно, все ли видно? Как в общественной уборной шумит. Мы в общественной уборной. Куда вы есть, девушка? Я не знаю, никогда не интересовалась вообще ничьей личной жизнью, потому что мне почему-то все равно, кто у кого есть, кто как живет. Слышно хорошо. Ништяк, все отлично. Супер, супер. Что бы ты выбрала, то, что удобнее, или то, что хотелось бы от сердца? Это что за вопрос такой? Ты что, все? Да. Все, перемещаемся снова на наше место. Вы посмотрите, что за львица. Львица. Господи, у нас что-то какой-то поганый фильтр. Почему поганый-то? Нормальный фильтр, как фильтр. Мне кажется, то, что у меня очень сильно тормозит эфир, меня это раздражает. У меня вообще сейчас все под... Ты сейчас где живешь, метро какое? Альфреда, аудитор, привет! Мы сейчас живем в Редисон Блю, я не знаю, какое здесь метро. Вот, в 15 минутах от Москва-Сити. Но мы, Альфреда, уедем уже послезавтра, мы так с тобой и не повстречались. Ты очень красивая. Спасибо большое. Мне очень приятно. Да, тормозит, да, тормозит. Ты сейчас второй раз замужем. Блядь, кто мой второй муж? Скажите мне, пожалуйста. Мне просто интересно. Кто мой второй муж? Кем ты работаешь? Блядь, я работаю проституткой. Нет, в метро в Москве я не была. Один раз только. А это когда мы первый раз, ну, мы в метро ездили. Да. Карина Кросс очень замечательная девушка, очень позитивная, очень веселая. А мне она нравится. Да, Альфреда, аудитор, мой второй муж, я вот сегодня только об этом узнала. Альфреда, тогда мне нужно купить кольцо, а то у меня этот пальчик одинокий. А хочу, чтобы было много карат, чтобы это кольцо затмило первое. Вот, чтобы все смотрели и завидовали мне. Так что, Альфреда, я жду кольцо, а то мы поженились, а кольца нет, как-то это стрёмно. Я никак не могу своим подписчикам объяснить, что я замужем, а они говорят: Настя, а где кольцо? А я говорю: нет его. Так что давай. Нет, Соня не нашла песню, мы не можем ее найти. Тогда я сливаюсь, пахнет... Наедала. Правильно, Альфреда, сливайся. Сливайся, сливайся. А ты знаешь, кто сливается? Сливаются слабаки. Я думала, ты у меня сильный второй муж. Я думала, что... Ну, а ты взял и сдал все позиции. Разочаровал ты меня, конечно. Не тормозит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Альфреда, ну все же, мы с тобой как бы в... женаты, но ни разу вообще в принципе не виделись. Я тебе предлагаю это исправить, чем быстрее, тем лучше, потому что завтра у тебя последняя попытка. Послезавтра меня уже здесь не будет. Счастливое говно. Че? Фотографии я обрабатываю в Lightroom. Блять, давай я буду твой. Нет, Ваня, у меня уже был такой муж, я не хочу еще раз мужа Ваню. Иначе, когда я буду видеть тебя и называть тебя Ваней, я буду думать о своем первом муже. Так не надо. Блин, жилетик такой клевый. Это кофточка, это моя любимая кофта. Я в ней довольно-таки часто. Завтра что делаешь? Альфреда. Завтра я ничего не делаю, кроме как собираю чемоданы. Просто волшебно. Спасибо большое. Качество плохое. Ты моя кроха, пишет мне Есения. Почему ты всегда говоришь «Привет, девочки, твои вайны» и все такое смотрят и пацаны?
Мои пацаны не ой, мои пацаны. Мои вайны не смотрят пацаны в основном, потому что это женская аудитория, поэтому я больше обращаюсь к женщинам, чем к мужчинам. Качество плохое, Настя, качество плохое. Блядь, что же делать? Сейчас подожди.